22 августа по благословению митрополита Григория настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов вместе с духовенством, казаками и прихожанами храма совершил панихиду по преснопоминаемому митрополиту Исидору. Богослужение состоялось в Воскресенском пределе Екатерининского кафедрального собора города Краснодара, где упокоено тело владыки. 8 августа 2021 года исполнилась годовщина со дня представления митрополита Исидора. Он являлся пастырем миллионов кубанских жителей. 33 года преданного служения на Кубани, огромный вклад в развитие духовно-нравственного просвещения, возвращены традиционные народные ценности, возрождено около 600 храмов и 7 монастырей, учреждена Екатеринодарская духовная семинария, и над всем этим огромная любовь к своей пастве. Владыка Исидор очень много сделал для нашей епархии. Он очень многих рукоположил священнослужителей, один из которых я являюсь его рукоположенным и наставленным на этот священнический путь служения. Владыка заложил большое количество храмов, которые уже построены. Храм Рождества Христова был заложен митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. Его десница окропила святой водой закладной камень, храм Рождества Христова, и владыка в 2000 году осветил верхний предел в честь Светлого Христова Рождества. Все эти добрые дела, которых перечислить невозможно, мы должны помнить. И память его должна сохраняться в род и род. Если мы с вами перестанем молиться за владыку, приезжать сюда вместо его упокоения, то забудут об этом наши дети, наши внуки. Я думаю, та добрая память о владыке, которую он оставил в сердце каждого из нас, будет жить, пока будем живы мы. И поэтому сегодня мы с вами здесь, у места упокоения владыки митрополита. Хотелось бы положить начало, может быть, вот так, каждый приход. А ведь сколько владыка осветил храмов, где сейчас уже течет размеренная церковная жизнь, могли бы приезжать сюда и вот так вместе, дружно, приходом у места упокоения нашего дорогого архипастыря владыки Исидора совершать панихиды. Сколько священников были им рукоположены? И ведь каждый может прийти, собрать свою паству и как доброго отца своего поминать здесь о упокоении и о том, чтобы Господь даровал ему вечную жизнь во царстве своем. Поэтому давайте, дорогие, чаще молиться за нашего духовного наставника и отца, архипастыря, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. И я хочу сегодня поблагодарить казаков, которые сегодня дружно, все как один, приехали сегодня почтить память нашего митрополита и помолиться здесь, у его упокоения, тут, где он сам упокоился и лежит, чтобы Господь принял его царство, где уже нет болезни, нет печали и воздыхания, но жизнь бесконечна. Вечная память нашему дорогому отцу и духовному наставнику, митрополиту Исидору. Господи, преснопоминаемому митрополиту Исидору и сотвори ему вечную память.